Я рад приветствовать вас, друзья, в нашей новой квартире, расположенной на пересечении улицы Пушкинской и Чехова. И именно место, о котором я хочу вам рассказать сегодня, это одно из преимуществ. Город на ладони. Город Ростов-на-Дону, улица Пушкинская. В продаже представлена видовая трехкомнатная квартира в современном доме, расположенная в излюбленном месте ростовчан, в районе парковой зоны улицы Пушкинской. Общая площадь квартиры составляет 120 квадратных метров. Высота потолков 3,2 метра. По плану жилое пространство квартиры состоит из парадного холла, гостевого санузла, гардеробной, кухни, столовой, просторной гостиной с выходом на большую лоджию, а также мастер-бедрум с гардеробной и детской с выходом на балкон. Рабочая зона кухни оборудована бытовой техникой, включая посудомоечную машину Zanussi Ellenberg Samsung. Второе преимущество – это то, что эту квартиру можно сделать полноценной четырехкомнатной. К примеру, делим эту зону на две части, полноценная перегородка, тем самым выделяем спальную зону, а перегородку между кухней и действующей гостиной просто убираем. И мы получаем шикарную кухню-столовую-гостиную и три полноценные спальни. А теперь, друзья, посмотрим, что у нас получилось. В каждой комнате монтированы сплит-системы. Большая лоджия площадью 10 квадратных метров благоустроена как дополнительное место для отдыха. Квартира, несомненно, подкупает своим панорамным видом на три стороны света, центр города, левый берег Дона, стадион Ростов-Арена. Возвращаясь к месторасположению дома, добавим, что вся необходимая инфраструктура находится в ближайшем окружении. В минутной доступности расположена школа номер 80, Южный федеральный университет. И третье, по моему мнению, немаловажное преимущество – это потрясающий вид на центр города, на Пушкинский бульвар. Посмотрите сами, он просто завораживает. И это днем, а что будет ночью? Приходите посмотреть.